У каждого из нас есть те успехи, которых он добивается у себя на предприятиях, у себя в учреждениях, в городских наших детских садах, в школах и в других направлениях. Это все очень важно. Почему? Потому что те успехи, которые куются здесь, в нашем городе, они являются составляющей того успеха, которого добивается Московская область, которого добивается вся страна. Это созидание, да, это то, что помогает развиваться, это важно в любом веке. То, что есть такой праздник, на самом деле, недавно узнала, да, было очень приятно. Как-то раньше с ним не сталкивалась, но мне кажется, это здорово поддерживать тех, кто что-то строит и развивается. Сегодня не просто на наших глазах, а при участии трудовых коллективов нашего Наукограда, при участии наших жителей, Реутов становится городом трудовой доблести. И вопрос не только в политической воле наших руководителей, но и вопрос в желании самих наших горожан потрудиться для общего дела. Очень понравилось, очень тронуто. В общем, хочу даже поблагодарить администрацию за то, что ты организовала такой праздник и пригласила нас, именно вот детей войны, не забыла. Я, если даже хотите, плакала. Некоторые моменты были, тронули просто до слез. И поздравления вот эти, и награды, все это приятно.